Перед первой кубинской школой установлена мемориальная доска заслуженному летчику, ведущему пилотажной группы «Русские Витязи», герою Российской Федерации Игорю Ткаченко. Над входом развиваются флаги страны, города и района. Одинцовские педагоги уделяют патриотическому воспитанию молодежи особое внимание. Ничего удивительного в этом нет. Именно в школах дети формируют представление о своей стране. Мы очень большое внимание уделяем патриотическому воспитанию. Есть целая программа, различные мероприятия проводятся, и классные, и школьные. 21 век предъявляет повышенные требования к юридической грамотности россиян. Знание своих прав и обязанностей – это то, без чего невозможно представить современную жизнь. Мы узнаем очень много нового для того, чтобы научить и поделиться нашими знаниями с учениками младшей школы и для самих себя, чтобы мы были уверены в своих знаниях для дальнейшего нашего пути. В открытом уроке приняли участие порядка 50 ребят. Все они ученики 11 классов. Занятия готовили совместно. Чтобы рассказать, как-то посвятить ребят по поводу прав человека, Конституции. Очень часто проводим открытые уроки, в основном для младшей школы. Сегодня мероприятие, посвященное Конституции России, праву, и направлено на воспитание в детях патриотизма и того, чтобы расширить их кругозор в области права России, Конституции. Проблемы детской преступности не чужды Одинцовскому району. Употребление наркотиков и алкоголя, курение, драки – все это лишь малая часть того, с чем приходится сталкиваться отделом полиции по делам несовершеннолетних. Педагоги и полицейские уже не первый год практикуют воспитательные уроки и разъяснительные беседы с учениками. Мы беседуем с учащимися как с первым, так и по 11 класс. Разъясняем детям об административной уголовной ответственности. Ну и делаем так, чтобы дети у нас не совершали правонарушения и преступления. Цвета Российской Федерации в нашей стране знают с раннего детства. С гербом и словами гимна знакомятся значительно позже, но только в школьных стенах ребята по-настоящему понимают значение символов нашей страны. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».